Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла в форме мишки 3D с сердечками. Для этого нам понадобится форма 3D. Выглядит она вот так вот, с разрезом. И в комплекте к ней идут резиночки. Вот формочка. Также нам понадобится отдушка. В этот раз я буду использовать отдушку свежесрезанные розы. Понадобятся красители, а именно цвета аквамарин, краситель ультра, краситель гелевый клубничка, краситель черный агат, краситель пищевой жидкий коричневый и краситель зеленое яблоко ультра. Также я буду использовать масло персиковой косточки. Необходима будет основа. Я буду использовать белую основу. Несколько термостойких стаканов. Пластиковые пипетки. Палочка для перемешивания и кисточка. Для начала растопим небольшое количество белой основы. Я растопила небольшой кубик белой основы. Добавляем туда краситель черный агат. Все хорошенечко перемешиваем. И с помощью пипетки окрашиваем носик. И теперь с помощью пипетки окрашиваем носик. И ждем, пока он хорошенечко остынет. Далее в растопленную белую основу мы добавляем несколько капель отдушки. Все хорошенько перемешиваем. И с помощью пипетки окрашиваем мордочку и лапки. И теперь приступаем к окрашиванию сердечек. Для начала в белую основу мы добавим краситель аквамарин. Добавим несколько капель отдушки. Немного косметического масла. И все хорошенько перемешиваем. И с помощью пипетки окрашиваем сердечко.
Если где-то основа выходит за контур, ничего страшного. Когда она застынет, можно будет ее просто убрать все лишнее. И ждем, пока сердечко застынет. Теперь мы в белую основу добавляем краситель клубничка. Добавляем отдушку. И добавляем немного масла. Также таким же образом окрашиваем сердечки. Теперь мы окрашиваем сердечко в зеленый цвет. Для этого я в белую основу уже добавила краситель, косметическое масло и отдушку. Все хорошенько перемешала. И с помощью пипетки окрашиваю последнее оставшееся сердечко, которое осталось у нас не окрашенным. И ждем, пока оно все хорошенько высохнет. Наши сердечки выглядят вот так вот. Мы с помощью зубочистки рисуем на всех мелких элементах полосочки, для того, чтобы они хорошенько скрепились с основной частью мыла. Свали полоски. С помощью резинок крепим формочку. И в растопленную белую основу добавляем отдушку. Немного масла персиковой косточки. И добавляем несколько капель коричневого красителя. Краситель полностью смешался с основой, и мы его заливаем всю основу в формочку.
И ждем, пока наша мыльца полностью застынет. После того, как основа полностью застыла, мы достали мыло с формочки. И вот у нас получился такой яркий разноцветный мишка. Мы разукрасили глазки и ушки с помощью кисточки и основы с красителем. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!